Доброго времени суток! На дворе 27 июля 2024 года. И сегодня мы традиционно вырываемся и врываемся в лесные зоны. Вот, ребятки, все оборудованы, упакованы. Вот ваш покорный слуга, который шагает. Соответственно, план на сегодня — добраться до нашего места. Все. Не, мы даже ничего не планировали в рамках какой-то глобальности. Самое главное сейчас дойти, сделать лагерь. Где-то через пару часов к нам приедет Вова с другим инвентарем, потому что Вова на машине, и мы на него часть обязанностей по перевозке сбросили. Ну а потом все стандартно, я думаю, будет. Просто пошарахаемся, вряд ли будем опять обходить озеро, потому что, ну, как бы уже обошли, чекин. В болото не полезем, потому что сейчас его не будет, по сути, будет там слишком жидко, чекин. Ну, поэтому пойдем опять в лес, чекин. Короче, все по стандарту, спасибо, что смотрите. И, как всегда, ребят, работаем. Каждый раз, погружаясь в лес, мы проходим около кладбища домашних животных. И каждый раз я, естественно, вам это показываю. Обращаю внимание. Вот. Вот. Всякие киты и песы там теперь отдыхают от хозяев. А? Возможно, еще коровы какие-нибудь. Маленькие коровки такие. Они бегают и дают, что? Маленький сыр, который фасуют в треугольничке. Серьезно? Они так и делают. Так, мы в лесу уже сколько? 15 минут. Ну, 16. То есть 16 минут в среднем темпе как раз вы доходите до позиции кладбища домашних животных. Привет, Кинг. Вот, ну а мы работаем. Так, 38 минут спустя, и мы на своем месте. Там пока соседи. Ну как, я палаток не вижу, значит, временно. Вот, посмотрите, у нас тут кресты пошли. Пока мы сюда шли, были отметки, что типа не снимайте отметки, потому что дети, взрослые проводят, ну, в общем, тут какие-то игры проводятся. Так, соответственно, сейчас разгружаемся, мини-лагерь, перекусываем, ждем Вову, вот, делаем большой лагерь, ну и потом уже на прогулке туда-сюда, да? Ага. Вот, мы, как всегда, ребят, работаем. А, время шло, мы дождались Вована. Вместе с Вованом до нас дошла мини-буйка. Вот, видите, серо. Это потому, что уже второй дождик, который мы здесь переживаем. Ну так, капает и капает. Вещи все собрали. Видите, у нас лагерь переместился с того вот места сюда. Почему? Потому что там насрано. Вот. Но нам даже выгодно, как бы свое место мы не потеряли, но нам выгодно, потому что утром это будет сторона тени, потому что солнце там встает. Вот, соответственно, мы не задохнемся, как в прошлые годы, потому что там, блин, нагревает. Сейчас, как я уже сказал, собрались и пойдем шарахаться по лесу, видимо, хремит. Будем по лесу шарахаться, может, по полю, ну, посмотрим, да? Ну, вскроем Вове машину. В общем, работаем. Дождик застал нас врасплох. Вон там ребята, вон там Дима с зонтом. У нас зонт естественного характера. Вот этот. Очень помогает. Отлично. Ну, в общем, у нас такой наш полуспонтанный лес настиг нас, сука, не спонтанным дождем, потому что как бы обещался, да? Ты вообще понял, что сказал? Я не знаю. Да. Постараемся сейчас его переждать, вот, и пойдем вон туда. Лагерь у нас вон там, а мы туда. Потом придется придумывать, как сохнуть. Но он утихает. Не, но он все равно тише. И светлее становится, тучки все равно уходят. На данный момент мы продолжаем свое шествие по лесу и направляемся в ту сторону, в которой наши ноги его еще не топтали. В той стороне озера, и мы сейчас, скорее всего, его немножечко будем огибать и попадем на дорогу, скорее всего, опять же, с которой, ну, по которой мы в тот раз проходили, и его огибали и вернулись в лагерь. Возможно. А может и нет, потому что карт у нас нету, это импровизационный заход. Только вот будем ориентироваться на горизонт. И там вот светло, тут дорога, и там светло. То есть, видите, там просвет. То есть, соответственно, скорее всего, мы выйдем к необходимой нам дороге и потом вот так вот вернемся в лагерь. А может быть, придется включать GPS и смотреть, в каком месте мы сейчас находимся, потому что слишком большой просвет, он меня немножечко все-таки напрягает. Но это не страшно, ребят, у нас тут красота. Вон, видите,
дождик сделал. Лесные слезы. Ребят все живые. Ну а мы, как всегда, ребят, да? Да. Работаем. В общем, мы дошли. Опять в общем. Короче. Короче, в общем. Река. Типа речка. Дошли до речки. Тут, оказывается, есть речка. Здесь была речка. Здесь есть речка. Ребята. А вот наш путь сейчас. Вот такой. Мы уже хер знает, куда мы идем, где мы, зачем мы. Но так как сыро, в Яндекс.Карты мы еще не заходили. То, что блок снимается, это не, вы не понимаете, это другое. Время, кстати, подписаться, поставить лайк, дизлайк, оставить комментарий. Помолитесь, пожалуйста, за кого-нибудь. Здесь тоже чей-то домик был. Может, здесь лепреконы живут, здесь все такое зеленое. Вон там. А это здание, а это дом. Это дом, тут люди живут. Мы сейчас точно будем останавливаться, чтобы, видимо, посмотреть, где мы находимся. Потому что, как бы, я не ожидал дом увидеть. О, дедушкин табак. Тазик. Дедушкин табак не лопнулся. Короче, нам надо это. Ребят, давайте остановимся по картам, посмотрим. Нет, ну, по картам мы хотя бы куда идем. Короче, в общем, ну вы поняли, работаем. Мы еще немного прошли, и цивилизация. Ну, наверное, нам туда. А мы там выйдем? Да. Я в бар. Там мы сейчас пойдем по той же дороге, что мы едем. Откуда ты знаешь? Может, я когда еду, поворачиваю направо, а это прямо. Нет, это, ну, мы же в другую сторону пошли. Вова предлагает идти прямо вон туда, вот, и говорит, туда. Что мы выйдем. Или вот туда, ну, в общем. Можно еще вон туда пойти. Ну, видите, открыто же. Во, Дима открыл карту. Так это, естественно, другой СМТ. Это Лазурь, где мы едем, а это Березка. А нам вот сюда надо? Да. Ну, в общем. Мы вообще ушли максимально далеко. Блять, мы вот. Вернулись обратно. Мы не обратно красные, вернулись. Мы не вернулись. Мы просто ушли. Вот наш СМТ. Да. А вот это другой СМТ. А озеро вот. А вот так как пройти надо? Вот сюда. Может, не будем обратно? Нет, обратно. Ты так видишь, вот видишь, как у тебя дорога идет? И на путь. Тут даже тропа не нарисована. Ну, нет. Ну вот мы проложили ее. Зайди на друг. На какой? На Dark Side какой-нибудь? Сейчас будем решать, как мы возвращаемся, не возвращаемся. Вот. И опять вот, да в общем, короче, Вот сам побой. У меня есть варианты, что мы не возвращаемся. Ну, у меня есть варианты, что мы просто по другому пути пойдем. Мы не знаем, да. Работаем. Короче, у нас сейчас это... непонятки возникли. Мы через СНТ идем. Как всегда, Рыжкин шагает. Старый Кёнигсберг с вами. Ваше здоровье. Это не реклама, но вы сами знаете. Старый Кёнигсберг. Ты, блин, знаешь. А по новостям, ну, мы идем вот за Вовой сейчас. И он говорит вместе с Димой, что мы там сможем выйти налево. Я хотел по лесу обойти. Ну, в общем, посмотрим. Кирпичи, немножечко получается мы заплутали. Ну как заплутали? Мы хотели обойти побыстрее там, но оказалось, там местные жители вышли и сказали, что сквозного прохода нету. И соответственно, ну мы уперлись в тупик. Сейчас будем обходить СНТ и выходить к озеру, ну, другими путями, которыми мы вроде как не ходили, да ведь? Ну, вот той дорогой, на которой нам показалось сейчас. Пока нет, пока не дойдем до озера. Ну, да, ходили. А там будет, получается, дорога, по которой мы шли, обходя озеро. Все, ребят, работаем. Мы вышли из ДК, нет, из СНТ. Опять уходим в лес. Вот мостик. Я надеюсь, Вова не будет сейчас Гэндальфа играть. Ветхий старый мост. Давайте по одному. Да. Так. Первый прошел. Смотрите, какой он прикольный. Здоровый пока. Опять комары. По странному стечению обстоятельств видео закончилось ни на чем. Я думал, я записываю, а оно перестало записывать какого-то хера. Капнуло что-то. Блядь, идите нахуй от меня, блядь. Слишком много комаров. Я что хотел сказать? Работаем. Мы вернулись в лагерь. Все живы-здоровы. Это, видимо, будущее начало вигвама. Обозначить, что тут мы находимся, это будет обелиск. Ну, потом, ладно. Такое бывает. Короче, сейчас у нас 17:15. Где-то в районе 6 начнем делать мангал угли, дабы, ну, приходить, господи, подходить к готовке мяса. Ну и, соответственно, все. То есть максимум, что у нас сегодня будет, это вот пойдем ночью вон туда.
Туду. Вот это вот Дима идет, он живой. Вот там вот Вова, вот там Арсений. И где-то там Мила. Ну да, ноги сырые. Спасибо дождю за это. Что поделать? Работаем. У нас подготовка вечера идет к мясу. Покажи, покажи. Блять, у меня телефон чуть упал. Я на стоп-кадре покажу. Верни. В общем, пошел. Если вы хотите смотреть без цензуры, что там было, подписывайтесь на Boosty. Вот, да. Нет, ничего не будет продолжать? А? Работаем. Время 19:13. У нас пришло время мяса, потому что вот этот молодой человек у меня уже все мозги скушал. Потому что хочется кушать. Угольки готовы, мясо загружено. Здесь 2 килограмма плюс маринад, значит, будет больше. Сейчас кто-то меня будет ругать, что слишком близко. Идите в жопу. Вот, потому что оно в любом случае все приготовится. В основном объеме своем пригаренке, ну, скажем так, костровая румяность будет, а то, что меньше. Я сейчас не в ресторане Мишлен работаю, чтобы каждое мяско было прям вот 2,5 на 2,5, и все красивое. И так будет красиво и вкусно. А еще вон у нас мистер лесник. Возможно, вигвам, возможно, стена, возможно, блять, я не знаю, минус лес, походу. Вечерело, а мы работаем. Под дождь попадем? Ой, спасибо природе. Работаем. Вечер продолжается. Ливня пока что не наступило. Я в позиции... Должен быть ливень, нам говорят, это как бы... Добрый корреспондент Мила, что у нас по погоде? Добрый синоптик Мила, что у нас по погоде? Когда ливень? Сегодня ливень. Где? Тут. Ладненько. Я в процессе чиллаута, и вот, смотрите, какой, как удобно сидишь, и такой, оп, перевернул. Опа. Потом мне придется туда пересаживаться, потому что ручка там будет, чтобы положение мяса менять. Чтобы правильнее прожаривалось. Ферштейн. Это наш, ну, костерчик. Будет он больше, Арсений? Темнеет, станет больше. А до сюда, соседи. Ну, а мы, как всегда, работаем. Время шло, мясо почти что готово. Угли немножечко остывают, мясо так схватывается. Это сделано для того, что у нас было много углей. Вот. И в процессе готовки я понял, что если я буду мясо оставлять на мангале, даже если часто переворачивать, я его нахер высушу и сожгу. Поэтому сейчас... временная пауза. Зато томатик подпекается. Здесь готовится материал для вечернего костра. Время почти 8. Ливень вроде как должен был быть. Ну, как бы 10 минут еще есть, но его нет. Что нас пугает? Ну, как пугает? Вот посмотрите на движение облачков. Не знаю, видно вам будет, успеете вы это понять или не успеете. Вот эта зона, вот эта вот зона, вот, вот даже если для нас вот эта зона, она движется на нас. Вот это вот здесь пройдет. Вот там все чисто. Здесь все-таки глубокие облака, и оттуда идет гром. Редко, но идет. Есть вероятность, что дождичек там накапливается. Но линии дождя... Здрасте, Фырчик. Но линии дождя не наблюдается. Это вселяет позитив, так сказать. Даже если дождь будет, пока эти облака до нас дойдут, мясо я успею приготовить. И даже если бы его не успеем съесть здесь на улице, скажем так, вот в палатках его пожрем. Кстати, да, сейчас опять гремело. Но мы живы-здоровы, вы тоже. Вы смотрите это видео, вам спасибо. И самое главное, ребят, работаем. Мясо приготовили. До нас дошла тучка, которая либо разродится, либо не разродится. Она вся гремит, зорницы нет. Ну, в общем, сидим, едим мясо. А, не, вон что-то там это сверкнуло. Вроде приготовил, вроде нормально, вроде люди едят. Ну, сейчас я попробую. Ну-ка. Готово. Сейчас в планах поесть мясо, попить вина и надеяться, что ливни не будет. Спасибо, что смотрите. А мы, как всегда... работаем. Дождик, который, сука, ливень до нас все-таки дошел. Спрятались за деревушками. Да, Мила говорила. Продолжаем есть, пить. Огонь-то. Ну, ладно, еще не потух. В общем, ночь как-нибудь допереживем. Вот. Будем надеяться, что к 9, как обещает прогноз погоды, да, Мил? Он нахуй уйдет. Ой, извините за мат. Ой, это мой канал. Ой, нахуй. Вот. Работаем. Дождь прошел. А теперь мы наблюдаем вот такие вот виды. Классическое озеро. Вот.
Вот там, ребят, вернулись на круги своя. Я немножечко обнажен. Блять, молния была? Я немножечко обнажен, потому что как-то промок. Сейчас сушимся. Вот, продолжаем трапезу. У нас, правда, лавашек немножечко намок, но дождик, он, сука, такой. Ну и, как бы, ну вы сами понимаете, да? Работаем! На фоне костра, да. У нас весело, если что. 23:40. Мы сидим, беседуем, слушаем музыку. Уже потанцевали, попрыгали через костер. Он у нас опять имеется. Люди все живые, вроде бы как. Вот это вот. Все люди, да. Единение с лесом прошло успешно. Мантра играет на правильных нотах. Спасибо, что этот момент есть. Вот. Вам спасибо, что вы смотрите. Мне спасибо, что показываю. Ну и как всегда, ребят, работаем. Я уж не знаю, видно вам меня или не видно, но наш вечер близится к концу. Все съедено. Спасибо. Вы слышите, как играет губная гармошка от губ моей жены. А может и не слышите, я не знаю. Вова уехал. Мы остались здесь. Костер догорает. Дима скучает. Арсений красный глаз. Да. И Мила вспоминает Вьетнам. Наш вечер перезагрузки прошел для меня положительно. Спасибо, что смотрели. Хотя спасибо, что я есть. И как всегда, ребят, работаем. Ой, доброго времени суток опять. Доброе утро. На часах 11:08. Мы вернули чуть-чуть лагерек. Там вот купаты у нас делаются, это наш завтрак, там Дима воду вскипятил, будем заливать бичи, там сачок пить. Вот так вот. Вот у нас тут полутрубчики, полуживчики. Дима, там мои вещи сушатся, потому что, как помните, был дождик. Сейчас поедим, потупим, будем собираться и направляться в город. Ночь прошла хорошо, все живы, вот, почти здоровы. Ну, как всегда, ребят, работаем. Перед тем, как собрать полностью лагерь и направляться в город, у нас сейчас эксперимент. Действительно ли спички будут гореть под водой? Если не получится, то через зажигалку будем проверять. Она чиркает, но... Ну, давай это. Химоза пошла. Ну, типа горит, называется это так. Да, поднимем, все еще горит. Надеюсь, здесь не страшно. Ну, переварит уже. Работаем, ребят. Время 14:15. 28 июля 2024 года. Воскресенье. И мы выходим из леса. Ну как, мы начинаем выходить из леса. Все вон упакованные максимально. Мусор также с собой вывозим, потому что мы молодцы. Они как всякие гондоны, которые здесь оставляют след за собой. И ладно, мы туалетную бумагу, да, которая сжигается. Или, например, от дождя размокает. Нет, там бутылки, стекло. Мы хорошие ребята. Выходные прошли продуктивненько. Все живы-здоровы. Перезагрузка прошла. Спасибо, что смотрели. Мне спасибо, что я такой классный. Ребятам тоже спасибо, что они такие классные. Ну и, как всегда, работаем. А, ну да, по скрипту. Всем спасибо, всем дизлайк. Ага.